Это место историческое. Называется оно шнорхель. Потому что мы здесь шнорхель надеваем. Это слово Валерию Ивановичу очень понравилось. Ну давай, покажи, как шнорхель надевать. Мы же не знаем. Эта процедура очень долгая и секретная. В этом мы приехали, называется. Thank you.
Ну, ребятки, во-первых, вам спасибо. Так, вы скрасили мое существование. Тебя отдаст. Поделится. Тут не а что работает, не выключен? Сядь, Петь. А, ты когда снимай? Так вы материтесь. Потом в интернете все это. В интернете про анекдоты. Про генерала. Все, Ваня. Это все снимает. Генерал.
кухарки осталось зимой. Ничего с ней не стало, да? Выжила после всего этого. Спаривание? Ухари. Thank you.
Ушки, ушки, ребят. Ушки. Ты, блин, куда ты провалился? Господи, набрал. Черт, он меня убрал. Ну, я все, бы пошел. Еще остался на месте, конечно. Я на видео снимаю. Ты на видео снимаешь. Да.